Макс пошел. Легковесы рулят. Да? Так, теперь надо на этом клочке развернуться, он как шина плющится. Ёханы бабай. Может как? А Миша, осторожно, там впереди какая-то жесть. Слышь, попробуй над бревном, может, задом выскочить, не? Я там дальше не проеду. Тогда надо разворачиваться здесь. Бревно подъедет, да. Может убрать его, слышишь? Заберу. Забери. Подожди, Миш, подожди. Подожди, бревно заберет. А не гни бэтлоки, Миша, блин. А, это как сантрак у тебя, да? По бревну ездит как хочет. Ночная езда по бревну. Давайте время посмотрим. Интересно просто. Ну, смотрите, как я достал телефон. Все нули. Ну, скажи, как туда проехать? Час. 12 ночи ровно. Вот я лучом в него свечу, тут точно проедет. Надо развернуться. Так, он решил вперед поехать. Куда-то. Может развернуться там на островке? Повезло. Повезло. Повезло, Миша. Повезло. Я думал уже все. Слышишь, попробуй вот сюда влево, смотри. Влево, туда и выскочить. Не, поверху аккуратно, вот на тот островок. Вот, Миш, слева. Миш. А ну подожди. Подожди, Боня, не кидай. Я подъеду, потом положу. Влево на островок, Миш. Да вот остров сухой. Да я здесь стою, потому что на корче. Да. Говорит. Что там жесть. Да. Я думаю, потихоньку влево можно попробовать. Медленно, да. Проваливаешься, да. Надо вес уменьшать, Олег. Какой-то из алюминия склепать Ламборджини такой, прототип сверху, вместо него, легенький. Нормально не валится. Идет. Хорошо, спущу. Я бы туда наверх попробовал бы. Не проваливается, да. Там выставился, да? Вот это бревно. Или вот это бревно. Нет, то, что ты нес. Где Толик, да. Олег. Миш, стой! Давайте я подъеду, что так наугад ложите? Так его в сторону тогда.
наверное, будем ехать. Вещи зовут прямо или да? Вот. Его глубже надо. Там, где глубоко, его вот так выставить и бросить туда. Да, вот так, все, Олег, нормально. Только напротив колеса надо поставить его. Отходи, Руслан, сейчас брызнет. Не добрызгнул. Что нет? Не спеши, только медленно, Миш, медленно, медленно. Так, чуть. Левее. 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 Не надо газку, не надо. Потихоньку в натяжку. Еще левее. Так и пошел. И тут по палке едешь хорошо. Впереди. Бревно работает. Едешь дерево еще тут? Ну нормально стоишь. Потом плотно под то дерево своей стороной. Красавчик. Пройдет? Прошел уже. Рви, не рви. Ну сейчас это, подожди. Почти прошел, хорошо. Стой, в дерево ударился. Подровняй, Миш. Подровняй. Вправо руль до конца. И не равняется. Главное, заднее на твердом. Попробуй на коротком пятачке, Миш, далеко не едь вперед, попробуй на коротком. Да, 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 влево. На месте почти, чуть-чуть, да, 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 да. Теперь вправо до конца. Еще, 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 да, да, да. Пройдет. Прошло, да. Прошло. Хорошо, хорошо. Подожди, я ту сторону посмотрю. Сцепление воняет. Тут хорошо, запас большой. Назад еще можно, Миша, метр еще можно. Сцепление воняет. Какой тут торфяник жесткий очень. Да сейчас вперед лебедой можно, главное выйти влево уйти. Еще назад метр можно, Миш. Возьми руки, только тебя вытянут. Да, нет, потянет. Давай, давай, помогай. Не, я могу, конечно, вылезти за брод. Такая жесть. Ты так сейчас одну ногу достаешь, а другую засаживаешь. Не просто ему. Ты
Влево, Миша, влево до конца пробуй. Влево до конца. Пытаемся развернуться и уйти. Подожди, это ж мост. Что, не вытащили? А, ты ему помочь? Подожди, давай, стой. Давай руку. Потянем, потянем. Что снимать, кого? Лопает, блядь. Человек важнее, мне кажется. Ритузы трещат, блин. Что-то ногу не сломал? Блядь, бровь не сломалась. Лопнул. Прикинь, а сейчас Миша сюда заедет. Человек за бродом. Заброд, забрел. Ты думал, что на квадрокоптере или что? Размер просто большой. Размер большой? А, по размеру обувь надо покупать. Не, я штурмал насмотрелся. Нашел палку. А, нашел палку, да, и думал пройти. Она в корень уперлась, да? Ну да, она сломалась. Лежь. Решили назад уйти. Там дерево. Там дерево. Не проходит. Подравняйся, Миш. Не, ну это правильный план. Это правильный план. Там по центру колеса идет. Ровно центр колеса. Миш, Миша, Миша. Вправо надо выровняться намного сюда. Ничего, стойте, все в одну минуту. Все видно здесь. Там переднее еще колесо, стараюсь там. Да я видел. Давай. Не-не, вперед не заскакивай этим. Чуть правее, Миш. Почти чуть-чуть подровняй. Блин, что она выдерживает, эта машина? Хорош! Хорош! Давай, давай! Хорош, хорош, идешь! Вон. Ну, в том же месте. Почти, Миша, почти, чуть-чуть буквально. Чего у тебя не Сузуки Самурай, блин? Земля прыгает. Давай вперед на лебеде, Миш. Стой, теперь тут не. Нормально, нормально. Давай на влево назад, влево до конца руль. Влево на месте, да, на месте, Миш. Вот так зайди, вот так зайди. Спереди еще вон то дерево мешает. Нельзя было вывернуть так, как надо.
для заднего дерева. Сдался. Давай, моя очередь. Так, Миша пока временно сдался. Я говорю, вот вперед надо на лебедке. Вон большие деревья. Левое колесо по ненакопанному, ну правое уже где попадет. Ну, вариантов особо нету. Сцепление воняет. Говорит, я сейчас все сделаю. Не сдает. Спускаешь в ноль или что? Накачиваю. А, накачиваешь? Чтобы оно скользануло по дереву. И сбросило, да? Да. Качает. Тянуть, понимаешь? Так, накачали заднее правое. Сейчас пробовать будет. Чтобы сбросило. Вот так, план работает. Работает план, Миша. Теперь спускаем. Спускаем теперь. Да, да, спускай. Получилось. Да, вот так тут. Макс, отходи. Что, ты готов? Сейчас по прямой назад. Да, нагрузка бешеная. Тут две колеи свои же. Хорошо, хорошо идешь. Идет, отлично. Отлично идет, да. Еще, еще назад, нет. Еще правее. Максимально влево. Хорош. Хорош, уставать начинаешь. Зад проваливается. Усилитель подгазовывал, чтобы колеса вывернуть. Хорошо, все. Давай. Сейчас, может, и пройдет уже вперед. Вот такое здесь творится, вода. Давай, видите, пойдем, да? Давай. Даже. Давай. Проходит, Миш. Давай. За дерево надо спрятаться. Выехал, красавчик. Красавчик. Давай влево, вот так как стоишь, так и едь. Влево едь. Да подлебедимся впереди, вон дерево слева. Вот так как стоишь, так и едь прямо. Потихоньку только, медленно. Ну попробуй, по крайней мере. Попробуй потихоньку. Блин, я как медведь тут обнял дерево. А где Толик? Толик сзади по правой стороне. Так, Лера, ну что ты не едешь? Ну там же точка где-то прямо. Вот там точка, Михаил, впереди, вот. Хорошо, ты хочешь так, или пойдешь вот так? Как угодно. Ведь там ездишь уцепляться, можно ехать на лебедку. Сейчас мы ее утопим. Да? Да, да, давай. Очень медленно все. Да тут такая жижа, что... А давай... какая жижа потихоньку? Ну что ты... Пробуй вперед. Еле уговорил. Полностью между другими деревьями пойти. Вот сюда хочет. И тут легче, конечно, свою колею. Так и едь, нормально стоишь.
идет хорошо. Машина. Машина нормально готова. Блоки все. Потихоньку. Спущены в ноль. Котлетка сзади лежит. В заднем диске. Бородач нашелся. Так, пошли в обход. Вроде можно идти. Тут тверденько более-менее, ну относительно. Так, спущено. Нет. Бородач нашелся. Палка идет. Потихоньку. Мне сложнее тут, конечно. Проваливаюсь. Идет. Надо было влево, там болото. Да он идет поверху, нормально. Да? А ну да. Попробую что тут. Макс тут ходил. Не, идем, на. О, провалился. Пал. Я же тебе говорил, есть линия. Ты пошел проверить. Да, садите за руль. Очень жестко. Так, Нива присела.